Муж Натальи Брызгайло, Сергей, попал под третью волну мобилизации. И, как патриот, рассказывает его жена, сразу же пошел в военкомат. Его призвали в 92-ю бригаду, а после учебки он отправился на передовую и угодил прямиком в Иловайский котел. Почти год его не было ни в списках живых, ни в списках мертвых, пока родственники не добились проведения дополнительной экспертизы. Потім третю експертизу я таки настояла слідчому, вона пішла мені на зустріч, я зробила з нашого сина. Прийшло підтвердження і 31 липня нарешті ми 15-го року його похоронили. Все это время до и после похорон, говорит Наталья, ей было бы очень сложно справиться с болью и проблемами, если бы не волонтеры и просто неравнодушные люди, которые не только помогли материально, но и поддержали ее и детей, которым тоже тяжело справиться с потерей отца. Старшая донька, она на цей момент не верит, что его немає. А меньшенький, когда он шел на войну, ему было только рік и два роки. Тільки на відео, останнє відео, яке в нас є якраз біля Башкирівки, біля військової цієї частини, я постійно йому його включаю, кажу, що це тато. І це саме болячіше, що він не пам'ятає, не буде пам'ятати якби батька, деякі хвилини можна було б провести з батьком. Чтобы помочь таким семьям, как семья Натальи, известный писатель Сергей Жадан вместе с друзьями-музыкантами организовал концерт, все деньги от которого пойдут на нужды жен и детей воинов, погибших в АТО. Жадан уже больше 2 лет со своим фондом помогает тем, кто пострадал от войны на Донбассе. Сам ездит в прифронтовую зону с подарками и книгами, собирает средства по всей Украине. Они, говорит писатель, не ставят задачу охватить как можно больше нуждающихся. Через ветеранов АТО находят тех, кому реально нужна помощь, и передают ее адресно. А еще обязательно на свои концерты приглашают самих родственников погибших воинов АТО и раненых бойцов. Это мы не занимаемся этим формально. Для нас не является каким заданием охопить, скажем, 100 родин и дать им по 100 гривен. Ясно, речь, что мы шукаем людей, яким справді щось необхідно, питаємо, що їм необхідно. Комусь потрібна якась побутова техніка, скажімо, холодильник чи правильна машина. Комусь потрібно допомогти оплатити оренду помешкання. Тобто ми хочемо, щоб наша робота була максимально ефективною. Це дуже велика традиція, коли найбільше рок-концерти, можна там згадати там, і Live Aid, і всі інші, вони були якісь з благодійною метою. І дуже серйозно, окрім матеріальної допомоги, це вони показували людям, що є проблема, для якої слід привернути увагу. Благотворительный концерт, организованный фондом Сергея Жадана, пройдет в пятницу вечером в здании оперного театра. Купить билеты и даже сделать свой взнос можно будет прямо на входе. Отчет о всех потраченных средствах музыканты обещают опубликовать в соцсетях, а в последующем организовать новые подобные концерты. Марина Николаева, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».